Смотрим мы за этой подачей. Мурнин. Навес на ближнюю штангу. Скидка. Горбатюк, удар. Гол! Александр Горбатюк забивает первый гол Тамбова в 2018 году. Первый гол футбольного клуба «Тамбов» в новом календарном году и весенней части чемпионата. Первый гол в крытом футбольном манеже. 1-0 на 16-й минуте. «Тамбов» выходит вперед. Столько футболистов в синих футболках. Мурнин в направлении Часовских. Часовских Килин. Килин штрафной падает и показывает подниматься. Сейчас гол! Андрей Часовских забивает второй мяч в ворота «Луча энергии» и делает это очень красиво. Прекрасная атака Тамбова и замечательные индивидуальные действия Андрея Часовских с острого угла, с самого угла вратарской площади. Рискнул пробить Часовских и послал мяч точно в притирку с дальней штанги, рикошетом от которой мяч и влетел в сетку. 2-0 под занавес первого тайма. Тамбов увеличивает свое преимущество. Но мы видим сейчас, что стык, который предшествовал тому моменту, когда Часовских завладел мячом, в этом стыке Антон Килин и кто-то из игроков «Луча» получили предупреждение. Сейчас медицинские бригады обоих клубов сейчас на газоне. На подборе. А вот сейчас Килин. Килин может выиграть забег у Малярова. Передача на Мурнина. Нет положения вне игры. Шевчук в штрафной площади с мячом. Удар и 1-0. 23-я минута. Тамбов открывает счет. Вот такая контратака. Малярова. Еще раз скажем, выиграл подбор и сделал длинную передачу вперед, но тамбовчане вторым темпом смогли сделать передачу вперед. Килин выиграл забег у Малярова, сделал одну передачу, потом Мурнин вторую. Ну и Шевчук открыл счет. 23-я минута. Гости выходят вперед в счете. Ну а Андрей Мурнин, которого мы с вами уже похвалили сегодня, записывает на свой счет голевую передачу. Михаил Бирюков против Вячеслава Исупова. На четвертой добавленной минуте Тамбов бьет второй пенальти в матче. Бирюков удар и 2-0. Михаил Бирюков забивает свой первый гол за футбольный клуб «Тамбов» и становится главным героем сегодняшнего матча. Нападающий вышел на замену еще в первом тайме. Забил гол и заработал пенальти, которое на 65-й минуте реализовал Евгений Шляков. 2-0. И Евгений Шляков выводит футбольный клуб «Тамбов» вперед. 1-0 на 64-й минуте. Безукоризненный удар нашего защитника. И Евгений Шляков забивает свой второй гол в сезоне. И команда сейчас бежит качать и поздравлять Алексея Рыбина с рождением сына. А тут еще и Олег Смирнов, у которого тоже родился ребенок несколько недель назад. Неожиданный такой гол, буквально из ничего получился. Досмотрим этот момент. Павел Игнатович выходит один на один и забивает гол! Павел Игнатович! Вот так вот, Андрей, пришел бы ты к нам в эфир раньше. Оцени действия Павла в этом эпизоде. Паша красавец, молодец. Он очень долго к этому шел, старался, доказывал на тренировках, и вот забил свой гол.
Поздравляю его с этим и всю команду. Отличная атака получилась сейчас у нашей команды. Разрезали прекрасной передачей оборону ярославцев. Игнатович вышел на рандеву с Яшиным и не оставил там никаких шансов. И впервые в своей тамбовской карьере показал нашей публике свой знаменитый кульбит. А сейчас послушаем манеж. Мы говорим все вместе. В составе футбольного клуба «Тамбов» гол забил номер 69. Рыбин, здорово. Мурнин, здорово на Игнатовича. Игнатовича есть свободная зона. Здорово в ногу на Шевчука. Шевчук уже у штрафной. Шевчук уже в штрафной. Стреляет Игнатович. Удар, гол! Павел Игнатович оформляет дубль. Павел Игнатович, 2-1. Тамбов впереди. Вот так вот, дорогие друзья. Павел Игнатович терпел, работал, ждал своего шанса. Перенес операцию, восстановился и доказал, что он все еще отличный футболист. Два заработанных пенальти в двух предыдущих играх и дубль сегодня. И вновь слушаем манеж. Евсеев, здесь Овсиенко, свободная зона у Мурнина, и нет офсайда у Игнатовича, и может Павел убегать к воротам, убирает под себя одного, второго, пас Чернышову, Олег Чернышов крутит, вертит и забивает, сумасшедший гол, Олег Чернышов, браво, браво, Олег Чернышов. На носовом платке сейчас накрутил сразу троих игроков Шинника и катнул мяч под Дмитрием Яшиным. Блестящий гол Тамбова. Павел Игнатович записывает к своим двум голам еще и голевую передачу. И 3-1 футбольный клуб Тамбов впереди на 65-й минуте. В составе футбольного клуба Тамбов гол забил номер 7. Олег! Олег! Олег Чернышов, номер 7! Да! Мяч забил Павел Игнатович, номер 69. Команда «Тамбов». Салимы! Салимы! Салим! Что вот этот момент тоже может переломить игру и дать нам возможность, но доиграть эту игру до конца спокойно и забрать 3 очка. Скрытая передача от Чернышева. Удар! Гол! Это Сергей Архипов! Сумасшедший гол Сергея Архипова! Вот так вот! Вот так вот! Доказал всем Сергей Архипов, что в Тамбове есть свои футболисты. Блестящий удар Сергея Архипова из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. И 1-0 на 44-й минуте. Хозяева поля выходят вперед. Влада, ну, только мы поговорили об Архипове, как он выдает такое сумасшедшее действие. Давай, оцени в двух словах. Ну, как оценить? Ну, достаточно она отлично. Пусть продолжает играть так, как играл первый тайм. Очень хорошо берет игру на себя, борется, навязывает борьбу на защитников Тюменя. Так что им не просто сегодня с ним. Я желаю ему, чтобы второй тайм вот так тоже такой дух продолжал. Мурнин с мячом. Мурнин на Часовских. Активно вошел Часовских в игру. Удар и гол! Андрей Часовских! Забивает свой 9-й гол в сезоне и делает это прекрасным дальним ударом. Помогает ему рикошет, но так или иначе мяч оказывается в сетке. 2-0 на 61-й минуте. Тамбов увеличивает свое преимущество. В составе футбольного клуба «Тамбов» гол забил номер 5. Андрей Чесновский, номер 15. Борется
с Мищенко. И Михаил Мищенко сегодня безукоризненно просто действует. Еще и передача проходит. Игнатович против Степанеца. Может обыграть один в один. Игнатович раскручивает вправо-влево, бьет. И гол! И забивает Павел Игнатович третий гол. Индивидуальные действия и знаменитый кульбит. 3-0. Павел Игнатович. Тамбов громит Тюмень. Молодцы, молодцы, раздается под сводами манежа. И это приятно видеть, и это приятно слышать. В составе футбольного клуба «Тамбов» гол забил номер 69. Нужно найти адресат. Заброс на Бирюкова. Бирюков мяч штрафной принимает. Удар и гол! Михаил Бирюков открывает счет в сегодняшнем матче и выводит футбольный клуб «Тамбов» вперед. Блестящий гол нашей команды. Вы видели, какую передачу сделал Александр Дутов и как все сделал Михаил Бирюков. Принял мяч на грудь одним касанием и вторым в дальнюю девятку ворот Александра Руденко.